5 типов игроков в Mortal Kombat часть 9. Стример считает, что на избиение его персонажа должен смотреть не только он один, но еще и его зрители. Дружище, после того, как отпинает тебя, непременно исполнит френдшип, как говорится, без негатива. Ну или на более понятном языке для МК-плееров, прости, если трахнул. Подсечкин, солдат элитного подразделения, назад плюс мощный удар ногой. Этот энтузиаст сбивает с ног соперников уже на протяжении долгих лет и сейчас небось сидит и ехидно улыбается. Буйный никогда не блокирует при вставании. Играть вторым номером? Да сейчас, он будет неистово жать на кнопки в надежде избежать атаки соперника. Тыкальщик опирается в основном на атаки в приседе. В конце концов, он просто понимает, что уметь грамотно тыкаться в МК-11 равно быть богом этой игры. Excellent.